Визит гендиректора «Росатома» начал с осмотра атомной станции. На Калининской АЭС Алексей Лихачев побывал впервые, и, как он отметил позднее, этот первый взгляд на предприятие принес массу положительных эмоций. Удалось уловить характер Калининской атомной станции, поговорить с ее работниками, отметил гендиректор. Как за последний год оцениваете? В какую сторону шаги сделали? В последнее время это лучше. После обхода площадки станции состоялось рабочее совещание. Директор Калининской АЭС Виктор Игнатов подробно рассказал о работе предприятия, задачах, поставленных перед коллективом на текущий год, и факте их выполнения. Обсуждали экономические и производственные аспекты, не остались без внимания и социальные вопросы. То, что достигнуто за последний год в части правил эксплуатации, техники безопасности, охраны труда, результат виден. И я очень прошу в балансе этих двух направлений, то есть безусловное развитие производственной повестки, при этом постоянное внимание вопросам эксплуатации техники безопасности охраны труда, вот в этом таком балансе и продолжает двигаться. Алексей Лихачев также акцентировал внимание на том, что работа в атомной отрасли подразумевает совокупность таких составляющих, как жесткая дисциплина, обязательность исполнения решений, невозможность отклонений от заданной траектории с одной стороны, с другой – это атмосфера товарищества и взаимозаинтересованный диалог руководителей предприятия с коллективом АЭС. Продолжая тему безопасной эксплуатации, глава «Росатома» отметил, что в сентябре состоялся отраслевой форум «Диалог», посвященный этой теме. Итогом работы конференции стал план мероприятий, направленных на сокращение производственного травматизма. «Я призываю вас к его реализации в рамках концерна», – подчеркнул глава «Росатома». Также мы надеемся, что от коллектива Калининской АЭС поступят наиболее продуктивные предложения в рамках реализации этих мероприятий, необходимых для их дальнейшего тиражирования на других предприятиях отрасли. Ирина Елсукова, Дмитрий Ермаков, Управление информации и общественных связей Калининской АЭС.